Это аптека в Чехии. Очень тепленько, классно. Там дальше вольный продаж. А здесь продается за рецептом. Тут люди, для людей специальные зоны. Люди только заходят в аптеку, сразу становятся на зеленый коврик. А потом, когда кто-то освобождается, чтобы не было столпотворения, они переходят на свободную зону. Очень удобно. Очень классно. Там девочка продает без рецепта. С этой стороны продается за рецептом. Видите, люди заходят. Они близко не подходят к витрине. Они останавливаются на линии. Потом только освобождается продавец. И они уже непосредственно подходят к кассе. Здесь люди стоят все возле входа. Потом только женщина сейчас освободится, они подойдут прямо к входу. Очень удобно.